În supermarketurile moderne, cumpărătorii au opțiunea de a se adresa unui casier sau de a-și scana singur produsele. Unii preferă să economisească timpul și apelează la casa de marcat self-service, în timp ce alții aleg să interacționeze cu casierul. Ambele variante au avantaje și dezavantaje. Echipa Newsmaker a decis să-i întrebe pe locuitorii capitalei care metodă este preferata lor. Я пользуюсь кассой самообслуживания. Время, как бы, время удобства. Экономим время, конечно. Это быстрее и удобнее, чем просто ждать огромную очередь, пока кассир пробьет все товары. Ты подошел, пробил, ушел, все. Соотношение где-то 70% в пользу касс самообслуживания. Когда деньги есть на карту, тогда и польза есть. Экономия времени в основном. И не надо с людьми лишний раз контактировать. Знаете, вот раньше пользовался кассой с кассиром, но теперь только кассой самообслуживания. Это очень удобно, очень быстро, там всегда меньше людей, и можно без сдачи получить все. Depinde de situație. Sunt momente când merg la caserie, dacă rândul nu e mare, dacă rândul e mic, e mare, atunci plec singur scanez. Deoarece anumite vânzătoare lucrează foarte greu. Самообслуживание всегда. Но я не хочу видеть кассира, и зачем? Я могу очень быстро сделать все сам и не зависеть ни от кого. Uneori, да, dacă dispune centrele comerciale alimentare de așa acasă, desigur că mă folosesc. Uneori este mai comod, fiindcă nu trebuie să stai în rând, să aștepți mult timp, adică până se deservește următoarea persoană. В последнее время я бы выбрал самообслуживание. Я сам работник общепита за 4 года, и как бы насколько бы ты грамотно не общался с людьми, ты просто уже высыхаешь в этой сфере. Сам себя буду обслуживать, чем там девчонки, которые работают. Ну, они просто устали от работы. Если я беру в больших объемах, то, конечно же, удобнее воспользоваться помощью кассира, нежели самому. Потому что не приходится сидеть в очередях, это гораздо быстрее все происходит. Зависит, что касаемо от себя. Consider că ambele, dar totodată self-service uneori are niște dezavantaje. Nu poți achita cash. Uneori sunt momente când nu ai bani pe card și nu poți achita cash. Dar nici nu vrei să stai în rând. Dacă sunt grăbită, îl folosesc. Dar dacă nu, poți să stau și în rând.